Здравствуйте, друзья, дамы и господа, леди и джентльмены. Сегодня мы с вами поиграем. Угадайте, что за игра? Как вы думаете, что это за игра? Как вы думаете? Пишите комментарии срочно. Друзья, это Escape from Tarkov на экранах. Вы думали, у меня ее нету, да? А, хотя вы не думали, наверное. Кому я вот рассказываю сказки о том, что вы что-то думали? Что-то может что-то взять? Вот, что можно взять, смотрите. Взять, изучить. Известный предмет. О, взял. Я что-то взял. Просто на F нажал и взял. Там где-то стреляют есть что. Я не знаю, что за карта. Что за магазин. Что я взял? Вот это что такое? Изучить. Давайте посмотрим. Открытая местность, лучше щелочь какая-то. Все, щелочь. Давайте. Так. Тихо. Блин, такие звуки самого персонажа громкие. Такое ощущение, что, знаете, я типа слышу громче персонажа, чем все, что происходит вокруг. Так. Разгрузка. Второе. Вещи. Общие. Окей. Что у нас такое? Подсумок. Подсумка у нас нет почему-то. Почему у нас нет подсумка, друзья? Что изменилось? Я даже не знаю, кстати, где выбираться здесь. Я чисто зашел поболтать. Рассказать вам, что нового, и что я играю за товарища. Ну, не за настоящего персонажа, а вот, знаете, вот за этого. Который голый на катку заходит. Так, почему вот... Это же патроны. Смотри, как много патронов. Я же как там, чувака или кто он там? О боже! Друзья, у меня есть чем лечиться? Есть бинт даже, представляете? Боже, какая красивая игра, мне кажется. Интересно, люди, которые играют постоянно в Тарков, они... Знаете, что больше всего меня бесит Тарка? Что вы проходите какое-то время, лутаетесь, одеваетесь... А потом вас кто-то убивает. Ну, в смысле, а потом вам нужно ждать какое-то время, чтобы ваш персонаж ожил. Блин, ну здесь такие вот... Я включил максималки, кстати. Мне вот интересно, если я вот так вот... Тихо. Вы слышите? Сидим, не шевелимся. Где-то бегают. Тихо. Где-то слева. Послышали? Бля, Тарков — это игра для крыс, блядь. То вы понимаете, где люди бегают? Где-то слева, да? Вон, смотрите, вон. Завалим его, как думаете? Он меня даже не заметил, понимаете? Он меня даже не заметил. Смотри, давайте завалим его. Нет, не завалили. Вот эта игра, понимаете? Черная, блядь. Вадимка меня завалил, сука, Вадимка. Не, Вадимка молодец. Интересно, я в него попал хоть раз? Там далее будет написано лог урона? Пожалуйста. Объясни, да я понял, что нет. Лог урона. Урон нанесет по телу 58. Урон поглощенным броней 41. Неплохо. Я, получается, даже ему что-то всадил, ему придется полечиться и продолжить игру. Чем я говорил насчет этой игры? 4 минуты. Как вам? 4 минуты катка. Сейчас покажу вам кое-что. Так вот, друзья, смотрите. Диза дикого персонажа я не могу поиграть 24 минуты, вы понимаете? То есть меня убили диким. Ну, то есть я диким захожу не в своей одежде вообще. А, типа, 24 минуты я должен заниматься, не пойми чем. Это просто сказка.
просто сказка, друзья. Итак, для того, чтобы нам продолжить зайти на персонажа, у меня есть что-нибудь на персонаже интересное? У меня есть какое-то оружие. О, у меня даже шмотки какие-то есть, прикольно. А подсумок же есть же, правда? Вот на 4 ячейки целых подсумок. Вот, смотрите. Подсумки, кстати, друзья, они все вроде ложить еще можно. То есть, если вы помрете разочек, то... Так, а что у меня есть? Есть вода, пить надо, да? Это вот искра, это что? Это еда, наверное, да? Это патроны. Патроны для этого. Зачем мне столько патронов? Я не знаю. Кто не знает? Давайте пойдем. Пойдем попробуем за ЧВК. Я чую, точно так же сдохну, друзья. Точно так же. Точно так же. Вам, блядь, не папка. Лес. Лес, поселок. Поселок. Давайте поселок тебе попробуем. А, недоступно. Давайте в лесу попробуем. Давайте. Настало наше время. Тренировочное для этого рейда. О, еще. О, кстати, плюс. Можно тренироваться. Друзья, я читерил, я запустил игру с ботами. Я, кстати, не знаю, что можно с ботами. Прикиньте, можно тренироваться с ботами. Изучать карту. Если что, я взял карту чисто... Я не знаю, насчет лута. Вроде как, типа, лут нельзя вытаскивать, но зато, по крайней мере, можно изучить карту. У нас есть 39 минут. Не знаю, как смотреть время в следующий раз. Но если, по крайней мере, знаете... Бля, музыка играет. Что такое? Внимание, снайпер. А, вот видите, кстати, в игре, если вот такое написано, туда не стоит ходить проверять. Если там снайперы, по дорогам не стоит бегать, потому что вас могут разъебать. Капец. И персонаж здесь прокачивается. Я, кстати, не знаю, кто-нибудь напишет в комментариях, кто не знает, то в лобби прокачивается персонаж. Ну, в смысле, с ботами, когда вы играете. Че, можно открыть как-то, нет? А че не открывается? Или, типа, это какая-то... Ладно. Или здесь не открываются двери в домах. Ну-ка. Ой, блядь. Зачистить гранаты, войти. Тихо, чё мне перст так дышал-то, блядь? Как открыть-то, алло? На какую букву? На Е, что ли? На F с ноги. На R, что ли? Блядь, на R не то. Наверное, не то. Погодите, друзья, на что нажимать-то нужно, чтобы открыть двери? Блять. О, ЧВК бегает, смотрите. Боты бегают. Прикиньте. Слушай, меня сейчас боты выебут. Это нормально вообще? Это что происходит? Ой, господи, я чихнул. Да, это правда, походу. Как дверь-то открывать, если не на F, не на R, а на что нажимать-то, блин? Да хули вы! Ой, господи. Эй, земляк, мы стрелять не хотим, мы так наблюдаем! Ой, это охуел. Бля, озвучка, конечно, в Таркове божественно. Что, играя на ультрах, и я прям вижу, как все лагает. Прикрыть вот это вот. Что тут тебе интересно, если бы. Как смотреть-то? Поиск на Е нажать? На что? На F? А, вон на F. Да, смотреть. А, изучить, точнее, надо нажать. Вот есть такое оружие, изучить вот броню его. Видите, то, чтобы посмотреть, что есть. То есть вот эту вот штуку можно положить, допустим. Сука! Бля, что ты подлагал-то так? Бля, гнида, тварь! А ты есть еще где-нибудь проход? А то может... Боже. Бля, я не могу с этим комментарием. Кто орёт-то, бля? Левый коронный, правый похоронный. Ага, давай. На, блядь, жри, сука. Откуда заходить-то будешь? Тут только один вход, алло. А чё, я типа стрельнул и все, теперь один чувак ходит здесь? Так, это что, это человек же, да? Ой, а он тут прячется. Что с тобой, все в порядке? Что с лицом, все в порядке, там нормально? Забавно, конечно. Блин, не хочется умирать.
Или что-то юзать, аптечки, какие-нибудь хилки. Блин, я, конечно, зашел удачно, да? Я помню, что там чел был, видите? Здесь как-нибудь выйти-то можно вообще? Так, что-то там есть, что-то тут. Где-нибудь что-нибудь есть, нет? Блин, друзья, на какую кнопку дверь откроет, я не знаю. Похороны, я... О, ёпт. Так. У меня с патронами все в порядке тут. Неизвестно, сколько здесь, неизвестно, сколько здесь. Здесь тоже неизвестно, сколько здесь. Слышь, левый похоронный, ты еще здесь еще какой-нибудь есть правый похоронный? Да, вот смотрите, он стоит, смотрите. Щелочка, можно щелочку ему засунуть? Короче, капец тебе, служивый! Да-да-да, давай. Отгони, да. Ой, я могу эти боты. А ты шалава. Да-да-да, это им нет. Че, ушел же куда-то, блядь? Мне дадут... Блядь, где он, алло? Вон он, бля, ебать его! Бля, давайте выйдем из ебал, тут сидит. Где ты, алло? Крикунидзе, бля. Вон он, ебашь его. Тупой бот, даже не понял, как я зашел. Вот как я вышел, да? Вон он, сука! Бля, где? Где нахуй? Вон он, сука! Где ты? А, вот. Бля, он сейчас сдохнет сегодня, нет? Вот хуй, блядь. Согласен. Так, и у меня что-то кровь идет. Что это такое? Это аптечка, нет? Поле, давайте посмотрим, что это. А, меня ебут. Где, откуда? Откуда меня стрельнули-то, бля? А, вон, бля. Ебаный в рот. Все, заебало нахуй, надо его выебать, заебал нахуй меня уже. Где ты? Давай, раз на раз нахуй. Ты сдохнешь или нет? Ебать, боты играют. Нехороший вы, блядь, человек. Боты играют лучше, чем, блядь, все люди. Прячется, алло. Где ты? Вот он. Тут? Сука, сдохни, вот он. Пиздец. Да мне тут с ботами надо играть, не то что... С ботами надо играть, не то что с людьми. Что со мной происходит? Ой, ёпта. И кровь идет, смотрите. Какой ужас. Шина. Выбросить. Бинт. Давайте используем бинт. Может быть, перемотать что-то надо? Сейчас перемотаю. Капец, озвучка. А я что, сдохну сейчас, что ли, или что? Господи, мой Тарков идеально начался, да, спустя 100 лет? Хорошо поиграл я. Хотя никогда в Тарков особо-то не играл, я его купил, пару раз пизды получил и перестал. А что это тут есть интересного? Блин, а я все-таки изучить. Оружие... Какие-то штучки. Какие-то штучки изучить. Смотрите, ножик. Мы ножик нашли. Какие молодцы. Под сумок убираем ножик. Кстати, давайте проверим, можно ли что-то... О, разгрузка. Изучить, что там в разгрузке у него. Бронежилет, смотрите, какой. Может быть, вот так вот здесь? Не, нельзя, можно ножик положить. Рюкзак, рюкзака нет. Вот это автоматик есть у него. Снять, а это вот сюда давайте. Очечки засунем. Маску засунем. Мы теперь в очечках и в маске. Правда, мы сейчас сдохнем. Он так стонет. Тихо ты, блядь. Живи. Давайте попьем немножко. Может быть, восстановится что-нибудь.
О, метаболизм, давайте выпьем все. Может быть, там что-то восстановится. Блин, у меня глаза красные, друзья. Друзья, я умираю, друзья. Друзья, это будет мой первый поход в Тарков. Я сдохну везде. А бинт? Нет, здоровье. Давайте посмотрим, что здоровье. Что с руками можно сделать? Наверное, же, наверное, было какую-то аптечку с собой брать, да? Ага. Типа эта хуйня что-то восстановила левую часть ноги. Правда, живот, смотрите, все уходит в ноль. Что происходит вообще? Конечно, я теперь сейчас сдохну, друзья. Друзья, он умирает. Все, пизду. Давайте не будем его мучить. Он мучается. Он точно сдохнет. А, давайте на этом закончим. Вы поржете надо мной, поставите лайк, и я продолжу, если вам это интересно. Если вам интересно это мучение. Невероятно, невероятно. Ничего. А подождите, а что? А, не, ничего не качается, да? Типа... А, из-за того, что я вышел, не качается? Или что? А опыт идет, когда с ботом играешь? Друзья, напишите, кто знает, кто знает. В общем, ладно, ставьте там лайки, дизлайки, колокольчики, советы. И, в общем, всем счастья, здоровья, всем хорошего настроения. Всем пока-пока.